сейчас на площадке плита чуть промерзла и льется самый первый слой напыления. Происходит напыление на льду. Самый первый слой сейчас. После этого уже чуть побольше воды, до 4-4,5 сантиметров, до 5 наращиваем лед, чтобы можно было проводить хоккейные матчи на льду. Когда будет толщина льда 1,5 сантиметра, нанесем разметку на лед. Весь процесс занимает дней 8-7, ну, неделю со всеми этими работами. После подровняем лед, и уже можно выходить на коньках.